Всем привет! Если собаку хорошо воспитать, то она станет отличным другом для своего хозяина. Однако хозяин обязательно должен следить за своими действиями по отношению к своему питомцу. Порой даже примитивные поступки могут рассердить пса. Об этом как раз сегодня пойдет речь в нашем видеоролике. Вот что категорически нельзя делать. Первое. Разрешать гладить животное чужим людям. Гуляя с братьями нашими меньшими, легко встретить друзей или знакомых. Подавляющее большинство людей очень хотят погладить питомца. На первый взгляд здесь нет ничего плохого. Однако подобный поступок может вызвать у собаки только негативную реакцию. Второе. Нарушать режим дня животного. Каждый питомец имеет свои привычки и привыкает к распорядку режима дня, и нарушать его крайне рекомендуется. То есть, в один и тот же период времени питомца нужно кормить, выгуливать и дрессировать, иначе у собаки будет наблюдаться постоянный стресс. Следующее. Тянуть за поводок. Во время прогулки не следует насильно тянуть питомца, если он этого не хочет. Сам поводок обязательно должен быть удобным, чтобы и хозяину, и собаке было комфортно. Не стоит регулярно дергать собаку, если она направилась не в ту сторону, можно обойтись лишь командами. Пес послушается и поведет себя по-другому. Следующее. Купать животного в ванной. Хозяева часто после прогулки купают питомца в ванной, однако не все братья наши меньшие это любят, а некоторые даже боятся. Поэтому если у пса паника, его нельзя заставлять, поскольку это может также вызвать стресс у него. Следующее – это повышать голос. Не все собаки одинаково спокойные, есть те, кто любит похулиганить. Подобное поведение характерно щенкам. Обычно хозяин может наказать пса физически или просто накричать на него. Однако пес ничего не поймет, а наоборот он станет бояться владельца или даже делать ему это на вред. Следующее – оставлять щенка одного. Когда человек покупает питомца, то ему следует подумать, можно ли ему уделять достаточно времени. Псы не любят одиночество. Также не стоит оставлять животного на длительное время в запертой комнате. Это также вызовет стресс. Собака не в состоянии понять, что человек занят и впадает в уныние. Следующее – дразнить собаку. Во время игры с питомцем хозяин лает ей в ответ, дергает за хвост и дразнит едой. Так поступать не следует. Если подобные поступки совершает ребенок, то ему необходимо объяснить, как нужно себя вести.